Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Біріншіден біздің дөңгелек үстелге қош келдіңіздер. Өткен жылы біз ағымдағы күн тәртібін талқылау үшін сарапшылардың бүгінгі сияқты дөңгелек үстелдерді енгізген болатынбыз. Осы форматты жаңа жылда жалғастырамыз. Сіз білесіз, осы жұмысты Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтымен бірге бастағанбыз және бірлесіп атқарған жұмыстар үшін алғысымызды білдіреміз. Ал бүгінгі алаңда тұңғыш президент елбасының кітапханасынан, тұңғыш президент қоры жанындағы әлемдік экономика және саясат институтынан келген еліміздің сарапшылары қатысып отыр. Интернет байланыс арқылы біздің дөңгелек үстелде тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінің сарапшылары қатысатын бізбен байланыста Мәскеу, Баку, Алматы қалалары. Енді бүгін біздің тақырыбымыз әлемдік дағдарыстың ағымдағы жағдайы. Уважаемые коллеги, сегодня у нас главная тема для обсуждения – текущая ситуация в мировой экономике, вызовы и риски, которые появляются из-за ее нестабильности, ну и, конечно же, падение цен на нефть и сырье. Это непростая и очень большая тема, важная для всех стран мира. И у нас в Казахстане буквально на прошлой неделе состоялось специальное совещание главы государства по вопросам социально-экономического развития нашей страны. Уважаемые коллеги, для начала позвольте мне предоставить слово первому заместителю директора института, директора КИСИ стратегических исследований Лейли Маратовне Музапаровой. Пожалуйста, вам слово. Уважаемые коллеги, дамы и господа, позвольте поприветствовать вас от имени Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан. Сегодняшний круглый стол является первым в этом году совместным мероприятием, которое мы проводим вместе со службой центральных коммуникаций при президенте РК. И в течение текущего года мы будем регулярно собирать здесь, на площадке СЦК, в медиа-центре в Астане, казахстанских и зарубежных экспертов для обсуждения актуальных вопросов международной и внутренней повестки дня с привлечением представителей средств массовой информации. И первый в этом году экспертный круглый стол мы решили посвятить самой насущной в настоящий момент времени теме глобальных вызовов, перед лицом которых сегодня оказались многие страны мира, включая Казахстан. Учитывая специфику выбранной темы, мы пригласили для участия в данном круглом столе, кроме казахстанских экспертов, экспертов из соседних стран, России и Азербайджана, которые в силу схожести структур экономики и моделей экономического развития испытывают сегодня похожие с нами проблемы и стоят перед лицом тех же глобальных вызовов. Прежде всего, речь идет о глобальных вызовах мировой экономики. Как известно, мировое развитие происходит циклично, и периоды экономических подъемов сменяются периодами спадов и кризисов. В течение последнего столетия мировая экономика пережила уже 8 таких глобальных экономических кризисов. Нынешний кризис, на пороге которого стоит мировая экономика, является продолжением глобального финансово-экономического кризиса 2007-2009 годов, поскольку фундаментальные недостатки действующей глобальной системы, из-за которых и возник кризис 2007-2009 года, остаются неразрешенными и сегодня. Я хотел бы вкратце их перечислить. Это, во-первых, невозможность централизованного регулирования мировых рынков, во-вторых, опережающее развитие финансовой сферы по сравнению с реальным сектором мировой экономики, из-за чего деньги поступают не в производство, а в спекуляции на мировых финансовых рынках. В-третьих, это деформация ценообразования на сырье. По мере возрастания роли биржевого оборота в международной торговле, цены на сырье все больше отрывались от таких фундаментальных основ, как себестоимость и спрос и предложение. Сырьевые цены стали больше зависеть от количества денег на мировых финансовых рынках и настроения спекулятивных инвесторов. Четвертый недостаток ныне действующей мировой финансовой системы – это искаженная система инвестиционных критериев, основанная на необъективных кредитных рейтингах трех международных рейтинговых агентств Moody's, Standard & Poor's и Fitch. В результате средства инвесторов часто идут некачественные финансовые активы и, наоборот, не могут дойти до перспективных проектов в развивающихся странах. И, наконец, пятый недостаток – это перекредитованность хозяйствующих субъектов и домохозяйств развитых стран и растущие затруднения с обслуживанием чрезмерных долгов, что периодически приводит к кризисам неплатежеспособности заемщиков и череде банкротств.
В результате в настоящее время резко обострилась проблема государственного долга в развитых странах, который увеличился в своих абсолютных относительных параметрах на десятки и даже сотни процентов. Во многом это стало следствием борьбы с кризисом 2007-2009 года. Поэтому дальнейшее стимулирование экономики путем государственного финансирования и борьба с новым кризисом по старому рецепту сегодня невозможны. По прогнозам, ситуация в мировой экономике в текущем году и в краткосрочной перспективе будет все больше ухудшаться. Этому способствуют две основные негативные тенденции, сложившиеся в последнее время в мировой экономике. Во-первых, это замедление темпов роста ВВП с переходом в рецессию и спад в основных экономиках мира. И во-вторых, это ухудшение ситуации на товарных и финансовых рынках. Так, в 2014 году в ряде крупных экономик мира была зафиксирована техническая рецессия, то есть падение ВВП на протяжении двух кварталов подряд. Такая ситуация сложилась в частности в Японии и Бразилии. В прошлом году произошло также замедление китайской экономики. В текущем 2015 году наступление рецессии ожидается в Европейском Союзе и России. Прогнозируется дальнейшее замедление темпов роста экономики Китая. Глобальная экономическая рецессия вкупе со второй негативной тенденцией, именно снижением цен на товарных рынках и падением фондовых рынков, прежде всего в Европе, сигнализирует о симптомах нового кризиса, который начнется в этом году и может продлиться в течение ближайших нескольких лет. Причем нынешний кризис имеет ряд существенных отличий от всех предыдущих. Во-первых, он отличается ростом международной геополитической напряженности. Во-вторых, падение цен на нефть сопровождается снижением цен на другие основные товары и ресурсы. За 7 последних месяцев цена на нефть марки Brent, как вы знаете, снизилась на 60%. Также очень сильно понизились цены на золото и другие металлы. И в-третьих, нынешний кризис будет отличаться своей масштабностью и продолжительностью. Точнее сказать, ожидаемый кризис будет беспрецедентен по масштабам продолжительности. Как отметил президент Назарбаев, будущее сулит изменение всей архитектуры мира и станет временем глобальных испытаний, через которые смогут пройти не все страны. Если говорить об антикризисных шагах, которые предусмотрела наша страна, то, как известно, Казахстан предпринимает активные меры по преодолению негативного влияния кризиса. В частности, правительство Казахстана осуществляет постоянный мониторинг внешних и внутренних факторов. Кроме того, наше правительство разработало различные схемы, планы реагирования в зависимости от развития экономической ситуации, в том числе план поддержки экономики и ее развития при снижении мировой цены на нефть до 40 долларов за баррель и ниже. Говоря о нестабильной ситуации в мировой экономике, глава нашего государства отметил, что этот план будет работать, так как у страны имеются резервы на черный день, которые могут поддержать население и не ухудшить жизнь казахстанцев. Ну и, наконец, новая экономическая политика Нурлы-Жол, предложенная нашим президентом, это тоже эффективный механизм реагирования на кризисные явления. Ведь, во-первых, стержнем новой экономической политики Нурлы-Жол является план инфраструктурного развития, который по срокам совпадает со вторым этапом форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана. А во-вторых, Нурлы-Жол содержит выверенный план выхода из глобального кризиса, который подключает ресурсы национального фонда. При этом стратегическим преимуществом Казахстана является наступательный характер антикризисных мер, поскольку речь идет о подготовке платформы для экономического рывка вопреки тяжелейшей ситуации мировой экономики. Гарантом успеха казахстанского стратегического плана выступает накопленный опыт антикризисного регулирования в период кризиса 2007-2009 годов. Если помните, тогда Казахстан стал одним из немногих государств мира, которое сохранило положительную динамику экономического роста, не допустило сокращения занятости и при этом выполнило все свои социальные обязательства. Поэтому можно считать, что к нынешнему кризису казахстанская экономика подошла более подготовленной. Спасибо за внимание. Благодарю вас, Лейла Маратовна. Уважаемые коллеги, а сейчас, я думаю, нам всем было бы интересно узнать мнение наших зарубежных коллег. Итак, у нас на связи Москва. У нас в прямом эфире российский экономист Геннадий Илларионович Чуфрин, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений. Здравствуйте, Геннадий Илларионович. Здравствуйте. Слышите ли у нас хорошо, все ли хорошо со связью? Здравствуйте, коллеги. Очень благодарен вам за приглашение принять участие в этой дискуссии. Она действительно очень актуальна. И, кстати говоря,
в России сейчас эти же самые вопросы самым активным образом обсуждаются на всех уровнях, в том числе и в научном сообществе. Что я хочу сказать по поводу уже сказанного Лейлой Маратовной? Во-первых, я в основном с ней согласен. Основные вызовы, основные проблемы, по-моему, названы правильно, и, в общем, взгляд на то, как эти проблемы будут влиять на нашу экономику, на наше положение, тоже вполне совпадает с нашими оценками. Я скажу только, так сказать, назову только две цифры. Ну, по уже совпадающим оценкам, к сожалению, вот в текущем году ожидается впервые после пятилетнего периода спад в размерах роста ВВП где-то на уровне 3%. Это, конечно, очень неприятно. Ну, вот, и причины происходящего, они тоже вполне объяснимы. Это сочетание ухудшающейся конъюнктуры на мировом рынке, цен на нефть и на сырье. Ну а также для России это еще и дополнительным фактором является санкционная политика стран Запада в связи с кризисом на Украине. Что я хочу сказать в этой связи? Значит, вроде бы обстановка достаточно пессимистическая, но я хочу выразить достаточно твердое убеждение, что ни Россия, ни, так сказать, страны Евразийского региона, входящие с ней вместе в экономические объединения, отнюдь не обречены на пассивное следование этому негативному сценарию. Но, напротив, обладают, с моей точки зрения, достаточно серьезным политическим и экономическим потенциалом, позволяющим им достаточно успешно противостоять возникающим вызовам. Лейла Маратовна уже говорила о том, что необходимо использовать опыт, который у нас был по преодолению кризиса 2008 года. В настоящий момент появились дополнительные возможности, с моей точки зрения, связанные с тем, что вот сейчас приступил, так сказать, к своему функционированию Евразийский экономический союз. В этой организации заложены очень большие потенциальные возможности, которые уже вот в текущем году начнут реализовываться. Сначала в сфере услуг, а затем и в сфере материального производства. Я думаю, что вот такое восприятие не просто кризиса, а путей выхода из него, путей противостояния ему, чрезвычайно важно для того, чтобы не преувеличивать, так сказать, усиливать негативные оценки. И я также думаю, что чрезвычайно важно, я хочу подчеркнуть это, что, подчеркивая значимость взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, в рамках таможенного союза, совсем, так сказать, не нужно отгораживаться от развития самого, так сказать, интенсивного экономического сотрудничества со всеми теми странами, которые стремятся к серьезному сотрудничеству с нашими государствами. Это достаточно широкий спектр, я не буду их перечислять, все, так сказать, хорошо знают, о чем я говорю. Я хочу сказать, что вот на этих двух каналах международного сотрудничества, с одной стороны, в рамках созданными нами экономических организаций сотрудничества, а с другой стороны, на двусторонней или, может быть, на многосторонней основе с другими участниками международных экономических отношений, мы имеем возможность, по крайней мере, ослабить воздействие
действующего мирового кризиса. Спасибо за внимание. Я благодарю вас, Геннадий Илларионович. Очень интересный взгляд на мировую ситуацию. Я прошу оставаться вас на связи. А сейчас разрешите обратиться к казахстанскому эксперту, главному научному сотруднику КИСИ Вячеславу Юрьевичу Додонову. Вячеслав Юрьевич, какова ваша точка зрения на современную ситуацию мировой экономики? Спасибо, Сергей Владимирович. Я хотел бы сказать о том, что, по всей видимости, то падение цен на нефть, которое мы наблюдаем на протяжении последнего полугода, является, скорее всего, не оторванным явлением и не проблемами локального нефтяного рынка, а, скорее всего, это его можно расценить как первую фазу начинающегося нового финансового кризиса, скорее всего, мирового масштаба, по той причине, что кризисные явления на нефтяном рынке не будут ограничиваться только этим рынком в силу ряда причин, то есть в силу взаимосвязанности нефтяного сектора и нефтедобывающих стран со всеми другими секторами и с мировой экономикой в целом. То есть механизм трансляции, так сказать, кризисных явлений из нефтяного сектора и нефтедобывающих экономик очень прост. С одной стороны, нефтяной сектор завязан на смежных отраслях, с другой стороны, нефтедобывающие экономики мира являются фактором, формирующим мировой ВВП и определяющим динамику роста мирового экономики, мирового ВВП отчасти. И, соответственно, когда падают вследствие падения цен на нефть размер ВВП добывающих стран, то это отражается на и мировом ВВП, и на тех странах, продукцию которых они потребляют в качестве импортеров, то есть на всех остальных государствах, из которых они завозят товары или услуги. То есть по мере того, как низкие цены на нефть будут сохраняться на этом уровне, будет усиливаться и влияние этих цен на другие страны и на другие отрасли, которые, казалось бы, не должны страдать. По этой причине можно предполагать тот факт, что кризис будет расширяться вглубь и вширь, так сказать. Проблема в том, что этот период низких цен на нефть будет, скорее всего, длительным в силу того, что в настоящее время отсутствуют действенные рычаги монетарного стимулирования экономики и финансовых рынков, одним из которых является рынок нефтяной, которые были исчерпаны в ходе борьбы с прошлым кризисом. В прошлый раз центральные банки ведущие, ФРС, ЕЦБ и так далее, понижали процентные ставки, что стимулировало экономический рост, финансовую активность. В настоящее время все процентные ставки лежат на нулевых значениях, их опускать дальше невозможно. Также использовался метод прямого вливания средств под названием там, количественное смягчение и тому подобное. Аббревиатуры использовались. В настоящее время эти инструменты также уже, скорее всего, будут практически недееспособными, потому что уже очень много средств было вкачано, и дальнейшее раздувание балансов, по крайней мере, в части ФРС невозможно. Правда, ЕЦБ планирует аналогичную крупномасштабную операцию, но, тем не менее, возможности ограничены. Поэтому можно предположить, что нефтяные цены, скорее всего, будут сохраняться на низких уровнях длительное время. Причем рассчитывать на то, что, скажем, на повышение цен повлияют организации, добывающие нефть, такие как ОПЕК, тоже я бы не стал, по той причине, что ОПЕК и его основные участники монархии Персидского залива, они в настоящий момент явно заинтересованы в устранении нового конкурента, появившегося в последние несколько лет, это альтернативная нефтедобыча США и Канаде. То есть, как известно, в США в последние годы произошел бурный рост нефтедобычи из сланцевых месторождений. В Канаде на фоне высоких цен на нефть стала рентабельной добыча нефти из нефтеносных песков. И то, и другое подрывает стабильность существовавшего ранее нефтяного рынка, потому что появляются большие новые объемы на этом рынке нефти, которой раньше не было. Поэтому в этих условиях, конечно, традиционные поставщики нефти заинтересованы в том, чтобы эту конкурирующий новый фактор уничтожить, убрать с рынка. Поэтому я думаю, что они не будут ничего делать. Более того, они будут, скорее всего, поддерживать тренд на низкие цены в течение длительного времени, достаточно для того, чтобы разрушить эти отрасли в США и Канаде, то есть сланцевую нефтедобычу и добычу там, из нефтяных песков.
Соответственно, скорее всего, нас ждет длительный период низких нефтяных цен, не менее года, скорее всего, двух, может быть, даже больше. Распространение нефтяных проблем на другие отрасли будет происходить, на мой взгляд, по линии финансового сектора. То есть упомянутые выше компании, специализирующиеся на добыче нефти сланцевой и так далее, они, как известно, на фоне высоких нефтяных цен брали кредиты, выпускали долговые бумаги для финансирования своей деятельности. В настоящее время по этим всем заемным ресурсам начинаются дефолты, поскольку компании соответствующие начинают уже объявлять о своих банкротствах. Уже первые ласточки появились и в США, и в Канаде. Соответственно, в связи с этими дефолтами возникнут проблемы у банков, которые их кредитовали. Чем больше банк кредитовал такие компании, тем больше у него будут проблемы. А банковская отрасль – это вообще очень чувствительный, тонкий инструмент, которые трудно сбалансировать, и если начинаются проблемы, они очень быстро нарастают и становятся такими системными. Поэтому, скорее всего, следующей отраслью, которая попадет под кризисное явление, станет финансовый сектор развитых стран в первую очередь. От него зависит очень многое в современном мире, от него зависят фондовые рынки и многие другие секторы экономики, которые банки также кредитуют, поэтому можно ожидать распространения кризиса в течение этого уже года на другие сферы отрасли мировой экономики. Для Казахстана, соответственно, угроза понятна, угроза длительных низких цен на нефть, она влечет за собой негативные последствия по всему спектру макроэкономических показателей, это в первую очередь страдает показатели промышленного производства, поскольку у нас нефтедобывающие отрасли формируют около 60% промышленности. Страдает, разумеется, рост ВВП, который может в этом году быть отрицательным, хотя, скорее всего, на небольших уровнях. Страдают все остальные позиции, такие как объем экспорта, который может уменьшиться за год примерно на 30-40 миллиардов долларов у нас. Формирование национального фонда, бюджетный процесс, стабильность платежного баланса и курс национальной валюты – эти все позиции оказываются под ударом в настоящее время, конечно. Меры противодействия этому негативу, они также известны, в общем-то, включая в себя два основных направления. Первое направление – это стимулирование экономики, то есть это то, что те меры, которые в частности были обозначены в программе «Нурлы жол», то есть это стимулирование внутренних расходов, внутреннего спроса и потребления, в том числе за счет государственной поддержки инфраструктурных проектов, малого и среднего бизнеса, финансового сектора. Это то, что должно заместить выпадающие внешние факторы роста. И плюс это необходимость экономии средств, в частности бюджетной экономии. Оба эти инструмента будут применяться. Насколько интенсивно, это будет зависеть от того, где мы увидим нефтяные цены в течение года. Я думаю, что все-таки дальнейшего падения сильного ожидать не стоит. Нефтяная цена в среднем за год сложится на уровне около 50 долларов. Спасибо. Благодарю вас, Вячеслав Юрьевич. А сейчас, уважаемые коллеги, мне бы хотелось перед началом дискуссии предоставить слово нашему азербайджанскому коллеге, независимому эксперту Равшану Ибрагимову. Добрый день, Равшан. Добрый день. Приветствую всех участников конференции. Надеюсь, что итоги круглого стола будут иметь свое практическое значение. Дело в том, что в современном мире, учитывая те геополитические и геоэкономические вызовы, они стали отделяться от тех, с которыми сталкивались в предыдущие годы, а именно тем, что в точечном своем развитии их сложно предугадывать. Конечно, анализировать их после того, как они произошли, и определять причины и следственные мотивы всегда необходимо. Но в целом, скажем, события, которые произошли в 2014 году, это вокруг Украины или возникновение исламского халифата, самопровозглашенного со стороны ИГИЛ, а также резкое падение нефти, вряд ли кто-то предполагал в 2014 году. Но, с другой стороны, почему важно обсуждение таких вопросов, поскольку именно экспертный и научный подход может определять тот тренд и векторальное направление развития событий, скажем, если не в точечном его развитии, то, по крайней мере, в определении ее коридорных или туннельных направлений. И в этом смысле весьма необходимо
развивать превентивные методы для предотвращения более ценовых вызовов по отношению как геополитического, так и экономического характера. Скажем, для Азербайджана и Казахстана те вызовы весьма одинаковы, которые перевели в 2014 году, потому что напрямую влияет и в социальном, и в политическом, и экономическом плане на развитие обеих государств. И поэтому весьма важно, чтобы, если даже невозможно определить те конкретные события, которые происходят, то, по крайней мере, возможно определять направление. Я думаю, что характер глобального развития будет и в дальнейшем показывать то, что такого рода точечные развития событий будут продолжаться и впредь. И это, как мы уже наблюдали, не ограничивается лишь экономикой или политикой. В данном случае, как известно, для Азербайджана изначально и в внешнеполитическом курсе, который касается все более геоэкономических развитий событий, у Азербайджана в основу взята программа превентивного метода с целью предотвращать негативные последствия тех вызовов, которые могут возникнуть в перспективе как из-за причин внутренних, так и внешних факторов, способные повлиять негативно на стабильность Азербайджана. И в этом смысле еще в 2013 году была принята программа «Взгляд на будущее 2020», в соответствии с которым основным направлением развития экономики Азербайджана в данном случае дает ударение на развитие нефтяного сектора. Были определены приоритетные сектора, в соответствии с которыми идут инфраструктурные вложения. Должен сказать, что есть некоторые параллели с программой, которую в начале года озвучил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в соответствии с которой также будут вложения в инфраструктурные проекты в последующие 5 лет. И, кстати, обе программы должны завершиться в 2020 году. Ряд проектов, которые касаются транспортной инфраструктуры, может быть продолжением и транспортной инфраструктуры Азербайджана. И в данном случае будет создана некоторая сеть для формирования логистических и транспортных коридоров между крупнейшими рынками, скажем, Европейского Союза и Дальнего Востока. И в этом случае Казахстан и Азербайджан могут сыграть роль именно транспортных связей и коридоров. Буквально недавно между двумя странами было заключено соглашение о проведении фиброоптического коридора под Каспийским морем, который включается в программу ТАСИМ, что также будет способствовать развитию высокоскоростного интернета в странах, которые традиционно находятся в стороне от крупных пунктов передачи качественного интернет-провайдерства. В целом, должен сказать, что у меня не столь пессимистический прогноз на 2014-2015 год. Здесь все-таки палка о двух концах, и должны сказать, что несмотря на то, что цены уже достигли порядка 45, 47, 48 долларов за баррель, одновременно должен отметить, что по мере развития последних четвертях 2014 года экономики США, который сказал 30%, стоит отметить, что и сегодняшний доллар не является тем, которым он был 5 лет назад. То есть мы наблюдаем тем, что валюта, основная валюта в мире, которая определяется ценой на мировой рынке, она тоже укрепилась, и поэтому, если даже в номинальном плане цены падают, то в реальном плане ее способность, покупательская способность росла. Во-вторых, снижение нефти одновременно стимулирует развитие традиционных производителей, которые в первую очередь являются потребителями энергоресурсов, и
Падение цен на энергию способствует и развитию их экономик, что в свою очередь вновь у них возрастет потребность к все большему потреблению нефти и газа. Как, в принципе, мы и наблюдали при предыдущих падениях цен на нефть. В принципе, он имеет некоторый волнообразный эффект. В последние 15 лет мы наблюдали переменные изменения и резкое падение, и рост цен на нефть и газ. Этот процесс, в принципе, нельзя предопределить какими-то факторальными направлениями, как показывает опыт предыдущих скачков. Весьма сложно определять причины, и мы больше работаем с последствиями. Однако думаю, что в среднесрочном плане цены на нефть все-таки поправятся. Даже те выступления, которые мы слышим от официальных представителей Саудовской Аравии, министра энергетики Наймир, который говорит, что Саудовская Аравия готова и к ценам на уровне 20 долларов за баррель, они больше имеют политическое значение, чем экономическое, поскольку даже Саудовская Аравия, несмотря на ее низкую себестоимость производства нефти, нуждается пополнение бюджета и для нормальной работы государственных аппаратов, а также расходов на государственном уровне необходима цена в размере 90 долларов. Кроме того, не стоит забывать, что при более низкой цене на нефть конкурентоспособность китайских товаров на мировом рынке резко увеличивается. И в этом смысле не в интересах других производителей позволять, чтобы традиционные рынки вновь были перераспределены. Что касается азербайджанской экономики в условиях кризиса, здесь есть несколько иной характер развития, чем в странах, которые имеют общий формат, такие как Россия и Казахстан. Это основной столб является стабильность, сохранение стабильности национальной валюты маната. И должен сказать, что Центральный банк делает все, чтобы не девальвировать и сохранять курс, который сформирован с 2005 года и по сей день. И на основе этой стабильности формируются макропоказатели страны и в остальных направлениях. Несмотря на то, что, должен сказать, цены на нефть резко упали, инвестиционные проекты продолжают реализовываться в Азербайджане. Конечно, это прежде всего связано и с конъюнктурными событиями, поскольку в 2015 году в июне будут проведены Олимпийские игры, первые европейские в Баку. И поэтому, как минимум, связано с реализацией спортивных мероприятий, все еще продолжается активно реализовываться. Конечно, мы сталкиваемся с такой вот ситуацией, что когда впервые доходы нефтяного фонда могут оказаться ниже его расходов. И поэтому это, конечно же, сигнал для действий. Как показывает практика, именно в моменты кризиса особенно нефтяные страны начинают рассматривать возможные сценарии альтернативного разрешения проблем. Не случайно именно в 2008-2009 году были приняты концепции по развитию нефтяных секторов. Для Азербайджана приоритетным является транспортный сектор, транзитный вкупе с ним, а также сельское хозяйство, туризм и высокие технологии. Как показывает время, в период 2009 по нынешнее время, именно в этих секторах наблюдается наиболее активное влияние ресурсов, которые были в свое время получены от реализации энергетических проектов. Кроме того, не стоит забывать, что на данный момент Азербайджан реализует крупный проект
по экспорту азербайджанского газа в Центральную и Восточную Европу и в Турцию. Поэтому проект ТАНАП и ТАП являются приоритетными для Азербайджана. И в сентябре 2014 года началась реализация проекта трансадриатического трубопровода. Я благодарю поэтому, вас, как наблюдается... Да. Прошу прощения, у нас что перебил, у нас ограничения по эфирному времени. В этом смысле, я должен сказать, что есть некоторые параллели с теми мерами, которые в настоящий момент реализуются в Казахстане. И я думаю, что основным моментом для экономики обеих стран это определение возможных вызовов в дальнейшем с целью предотвращения и реализации превентивных мер. Спасибо, спасибо вам. Спасибо вам, Рошан. Уважаемые коллеги, мы сейчас услышали разные точки зрения наших экспертов о ситуации мировой экономики, но, к сожалению, время нашего прямого эфира подходит к концу. Далее в прямом эфире на телеканале 24 КИЗ новостной блок. Спасибо. А мы продолжаем обсуждение главной темы «Время глобальных испытаний и новые вызовы». Разрешите мне предоставить слово главному научному сотруднику КИСИ Константину Львовичу Сыроежкину, который находится у нас в Алмате. Здравствуйте, Константин Львович. Здравствуйте. У меня несколько шире подход. Во-первых, я не экономист, и мне трудно обсуждать экономические вещи. Во-вторых, я все-таки глубоко убежден, что и те экономические проблемы, о которых сегодня говорилось, они порождение проблем геополитических, прежде всего. Итак, главная проблема сегодняшнего дня, с моей точки зрения, это вот тот генерируемый Соединенными Штатами процесс формирования новой системы международной безопасности, в которой доминируют военные стандарты и право силы, причем право силы, которое может быть использовано вокруг станции Совета Безопасности ООН. Эта политика становится как бы все более реальной, и количество стран, которые подпадают так или иначе под санкции, принимаемые Соединенными Штатами, увеличится. Пример России тут более чем показательный. Но поскольку в формате этой политики решения принимаются абсолютно субъективно, то исключить попадание стран из нашего региона в этот список я бы не стал. Это первое. Второе это заключается в том, что борьба за мировые ресурсы становится все жестче и все чаще, к сожалению, в этой борьбе используются вооруженные силы. Более того, как бы развитые страны, сейчас наблюдается попытка у них свои внутренние экономические проблемы решать преимущественно военно-политическими средствами. Опять же, поскольку наш регион, все-таки вся геополитика нашего региона, она связана с добычей, транспортировкой нефти, то есть ну, не только нефти, но и других минеральных ресурсов, то эта политика так или иначе отражается и на нас. Третья проблема, серьезная, на мой взгляд, это, ну, о ней уже говорилось, последствия того финансово-экономического кризиса, который мы переживали в 2007-2008-2009 годах. К сожалению, решения проблем нет до сих пор и не предвидится пока. И все это так или иначе отражается на экономике и на перспективе. Четвертая проблема – это гражданская война на Украине, а главное – отсутствие перспектив мирного решения конфликта. Даже если украинским вооруженным силам удастся полностью зачистить юго-восток от так называемых сепаратистов, то добиться лояльности гражданского населения они уже не смогут. Следовательно, кризис перейдет в ответственную фазу со всеми вытекающими отсюда последствиями, негативными, к сожалению. Пятая проблема –
Это хаос на Ближнем Востоке, который привел к усилению радикальных исламистских тенденций и породил, в общем-то, вот тот самый исламский халифат, о котором говорил Пикантность ситуации, к сожалению, заключается в том, что мировое сообщество на сегодняшний день расписалось в своей полной беспомощности в борьбе с исламским государством. И виной тому, опять же, с моей точки зрения, политика вот тех двойных стандартов, о которой я говорил, в том числе и по отношению к терроризму. Но поскольку Центральная Азия является объектом будущей деятельности этих экстремистских групп, нас ждут не самые веселые времена. Шестое – это происходящие в Афганистане процессы и те угрозы, которые так или иначе могут возникнуть после окончательного вывода оттуда миротворческого контингента Соединенных Штатов и Европы. Об этом много говорилось, я не хочу повторяться. Они понятны, обсуждаю. Седьмая проблема – это тот кризис, который возник в отношениях между Россией и Западом. Я не вижу перспектив улучшения отношений. Но если с Европой еще, может быть, удастся что-то договориться, то с Соединенными Штатами мосты, по-моему, сожжены окончательно или на очень долгое время. Для нас это тоже ничего хорошего не сулит, поскольку так или иначе мы в ситуации очень непростой выбор, во-первых. А во-вторых, большие проблемы возникают с теми интеграционными проектами, которые патронируются Россией. Прежде всего, речь об Евразийском экономическом союзе. Здесь могут быть серьезные проблемы. Негативные ожидания имеют место быть. Восьмая проблема. Позиция в событиях на Украине и, с моей точки зрения, неадекватная оценка теракта в Париже, особенно на фоне возобновления боевых действий на Юго-Востоке. Это говорит о том, что все демократические разговоры о демократии, о демократических ценностях, о равенстве прав и возможностей, они от лукавого. И в своем большинстве оценка дается достаточно субъективно. А с моей точки зрения, закономерность будет следующей позиции авторитаризма со всеми вытекающими последствиями для региона и для мира в целом. Не менее значимо и то, что Европа теряет свою ценность как проводник ценностей Запада, о которых все время говорили. Причем теряет она эту свою ценность не только геополитически, но и морально. Наконец, девятая проблема – это усиление позиций Китая не только в Центральной Азии, но и в мире в целом. Несмотря на то, что тут много вопросов и много опасений, наверное, сделать с этим мы уже ничего не можем. Сложившийся факт, сложившиеся условия, и нам надо учиться жить в ситуации активного присутствия Китая как в нашем регионе, так и в России в целом. Нестабильной будет оставаться ситуация и на китайских границах, я имею в виду Юго-Восточную Азию. Юго-Восточную, Северо-Восточную Азию, там проблемы тоже не рассосутся. Так что у меня, если прогнозировать ситуацию на 2015 год, было очень пессимистически. Пока я не вижу таких трендов, которые бы показывали направление к улучшению.